Всем привет, это вторая часть нашего большого, огромнейшего шашлычного обзора. Приступаем к приготовлению хостеров. Что ж, а теперь пробуем эти хостеры. Что ж, я попробовал, теперь могу сделать свой вердикт. Мне они очень сильно понравились, вкусные. Особенно благодаря нашему гостю получилось просто прекрасно. Им я спокойно могу поставить 5 из 5. Вкусно. А мы переходим к Биг Пати. Купили их каждую по 80 рублей, и сейчас мы их попробуем. Первая на очереди у нас будет зеленая, а кокос, стробери, это у нас получается клубничка. Че, примерзла, что ли? Пахнет прикольно. А, забыли упомянуть, сколько тут процентов. Вроде как 5. Ну все, погнали. Что ж, ребята, я попробовал и могу сделать вердикт по этому. Коконат стробери. Напоминает брагу. Да, кокос и клубника чувствуется, но прям какая-то брага. А так приятно и вкусно. Данный Биг Пати я могу поставить 4,5 из 5. Такой, прикольно. Просто прикольно. А мы переходим к следующему. Следующего на очереди Blackberry Mint. Это у нас ежевика с мятой. И откупориваем данную клубышечку. Тварь. Открыл с первой попытки. Ну что ж, пробую. Ну, тоже пахнет прикольно. Что ж, я попробовал, могу сделать свой вердикт. Это мне понравилось больше, чем предыдущее. Даже, я бы сказал, очень сильно. Ежевичка чувствуется такая. Легенький холодочек от мяты тоже чувствуется. Ставлю 5 из 5 ежевика с мятой. Мне очень сильно понравилось. А мы переходим к последней. Что ж, а вот и последнее. Это у нас персик-абрикос. Купорим данную кубышечку. Первый удачный. Вот это прям отчетливо пахнет абрикосом. Что ж, я попробовал, не могу сделать свой вердикт. В принципе, неплохо, но из всех трех мне больше всего понравилось с ежевичкой на первом месте, на втором месте с кокосом и клубничкой, ну и на третьем персик-абрикос. Тоже неплохо, но что-то мне вообще не зашло. Наверное, я просто не люблю такое сочетание вкусов. Ну, ладно, пойдет. В принципе, ставлю 4 из 5. Неплохо, но мне не очень зашло. Вот и подошел к концу наш большой шашлычный обзор. Просим прощения за такую картинку. Время уже, ну, 9:30 вечера. Поймите нас, пожалуйста. Бедные, денег на аппаратуру нет, но как-то справляемся. Что ж, подписывайтесь на данный канал, ставьте лайки, пишите в комментариях, на что хотите в следующем ролике обзор. А я с вами прощаюсь. Всем до скорых встреч. Мы бедные, дайте денег!